Безусловно, такая строгость к изготовлению хлеба, она оправдана, потому что крымчане заслуживают того, чтобы есть самый вкусный, самый ароматный хлеб. Ну а я время тянуть не стану, у нас в гостях уже интересные люди. Александр, я передаю тебе слово. Да, я хочу добавить от себя, что не хлебом единым. И у нас сегодня в гостях заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии Республики Крым, художественный руководитель камерного хора Крымской государственной филармонии Владимир Николенко. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Здравствуйте, Александр. Мы собрались сегодня здесь с вами, чтобы обсудить такую очень интересную тему, которая, наверное, очень важна для Крыма. Одно из самых ярких музыкальных событий полуострова – это фестиваль «Мастера искусств детям». Расскажите, пожалуйста, кому в этом году адресован фестиваль и какова его программа? Ну, мне бы хотелось поблагодарить руководство телерадиокомпании «Крым» за то, что пригласили меня. И за то, что руководство телерадиокомпании согласилось стать информационным спонсором нашего проекта, музыкального проекта, который, на мой взгляд, является очень важным и нужным, и очень актуальным в наше время. Речь идет о благотворительном фестивале «Мастера искусств Крыма детям». Мне очень приятно, что вы, Александр, явились одним из инициаторов этого фестиваля. Ровно 4 года тому назад мы совместно провели с Министерством культуры Крымской филармонии и целым рядом других благотворительных и общественных организаций такой фестиваль. Цель фестиваля – собрать деньги и помочь, адресно помочь детям, которые страдают онкологическими заболеваниями. И вот уже в этом году мы проводим 4-й фестиваль. По традиции мы его открываем в помещении нашего Симферопольского железнодорожного вокзала, в залах, в атриуме, которые обладают необыкновенной акустикой, концертной акустикой. И там звучит прекрасная музыка. В этом году для исполнения мы избрали музыку нашего современника, английского композитора Карла Дженкинса «Месса мира». Она еще называется «Вооруженный человек» по названию французской песни с таким же одноименным названием. Ибо цитата этой песни звучит в этой мессе. И к исполнению привлечены значительные силы. Это Севастопольский государственный симфонический оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств Украины, лауреата Государственной премии Крыма Владимира Николаевича Кима. Три хора – это камерный хор «Таврический Благовес», мужская группа Крымского камерного хора под управлением Игоря Михалевского и образцовый концертный хор «Радуга» Симферопольской первой музыкальной школы имени Рахманинова, которым руководит заслуженный деятель искусств Украины Ольга Шаповалова. У нас будут блестящие солисты, поэтому я всех наших телезрителей приглашаю на открытие, на торжественное открытие этого фестиваля. Напомню, оно состоится 5 декабря в 18:30 в атриуме Симферопольского железнодорожного вокзала. Скажите, а где можно приобрести билеты для желающих? Ну, с завтрашнего дня билеты будут продаваться в кассе Крымской филармонии на улице Пушкина, 3. Но хочу также сказать, что эти концерты пройдут не только в Симферополе. На следующий день, 6 декабря в 18:30 в Центре культуры и искусств в Севастополе. И 11 декабря в 18:30 этот же фестивальный концерт состоится в Евпатории в Театре имени Пушкина. Я думаю, что всем, кто хоть капельку не безразличен к искусству, к прекрасному и к такому важному мероприятию, как благотворительность, непременно стоит посетить, насладиться прекрасной музыкой и помочь всем тем, кто в этом так нуждается. Владимир Михайлович, у меня еще к вам такой вопрос. Ведь на самом деле, насколько я знаю, как человек с высшим музыкальным образованием, неоднократно композиторы обращались к теме мира. Вот, например, у Прокофьева есть «Нам не нужна война» кантата, у Новикова есть «Нам нужен мир». А что особенного в кантате, в оратории «Месса мира»? Ну, вы знаете, на мой взгляд, мир – это естественная среда обитания, пребывания человека. Потому что любая война, любая агрессия – это она несет в себе какую-то сатанинскую, разрушительную силу. И это время, которое приносит, время войны, я имею в виду, которое приносит страдания, смерть, повторюсь, разрушение. И, конечно, каждый здравомыслящий человек, каждый созидатель в течение всей своей жизни делает все возможное, совершает поступки, которые предотвращают эту бойню, эту войну. И композиторы не остаются в стороне. Вот вы назвали целый ряд сочинений. На самом деле, любое музыкальное творение, ну, за редким-редким исключением, оно направлено на созидание. Ведь все самое лучшее в мире, в архитектуре, в живописи, в музыке,
это созидательный процесс. И то, что мы сегодня во время нашего хрупкого мира обращаемся к теме мира, к теме войны и мира, наверное, это знаменательно. Я думаю, что все, кто послушает эту замечательную, эту современную музыку Карла Дженкинса, наверное, испытают вот эти чувства, которые испытывает человек, попадая в эту бойню военную. И, наверное, уходя с концерта, унесет в своем сердце, в своей душе желание сделать все возможное, чтобы мы жили всегда в мире.